Ну, первый бой ты посмотрел? Первый посмотрел, да. Комментарии почитал? Комментарии, ну, он когда вышел, я буквально там через несколько часов посмотрел комментарии, да. Такие видел, как на тебя газуют? Что-то мало было комментариев про сам бой, если честно. Да, в основном были про другой комментарии бой, там у нас в плане личность, твоих нападок. Личность на знаменитая, поэтому, да, акцент был на наш с ним разговор, который длился дольше, чем сам бой. Ты маленький мой блогер. Не делай так больше. Так, не вывезешь. Так не делай больше. Слышишь, маленький так блогер? Так не делай. Я попрошу тебя, хорошо, хорошо не делай. Хорошо, хорошо. Послушай. Ну, приобнять можно? Да, конечно, можешь. Приобнять можно, только не хлопай по плечу. Смотри, хорошо. Санек, вот ты... Не делай это. Ты зачем провоцируешь меня сейчас? Я не провоцирую. Ну не трогай меня руками. Вот, стой нормально, веди достойно. Как и на конференции. Принес книжечку, этикет. Вот ты, ну что ты сейчас газуешь на меня? Слушай, ну сейчас вот ты успокоился. Не считаешь, что все-таки немного лишака дал в плане вот этих всех? Да нет, конечно. Вот это весь базар, он лишний был для выпуска, я считаю. Я просил немного вырезать, ну потому что там мы вот прям как стояли бы за кулисами, разговаривали, точно так же разговаривали вот в октагоне, заняли время ребят, которые ожидали своих боев. Нет, и по факту сказал просто, ну не будем, да, поднимать эту тему. А что именно просил ты вырезать? Ты сказал, что просил что-то вырезать? Ну вот этот весь наш разговор. А, весь вот наш этот, диалог. Да, рассуждение наше, я тебе говорил почему? Свое мнение, как я вижу. Не, если ты вышел сказать свое мнение, я свое мнение зачем вырезать? Люди же не, должны да, видеть. Я ж, ну, да. Ну, если это интересно публике, то... Ну, как видишь, будет. Интересно ну, было. Ну, да, это по комментариям я так и понял. Ну, а так вот ты почитал комментарии, какое у тебя вообще мнение, может, сложилось? Мне интересно услышать твое видение сейчас на те вещи, которые ты предъявлял мне. Как может поменяться мнение? Вот смотри, мы сидели, ты сказал, что... Я не вывезу. Я бы встал, если бы я это услышал и сказал. Не, мы это ты разобрались. Не да. Все, мы это так не трогаем. Все, у меня мнение такое же осталось. То есть у тебя точно то самое мнение, которое было в октагоне, оно не поменялось. Ну, все правильно, все четко ты сделал. Да, ну вот маты. Ну у тебя есть да, возможность мат, который сейчас я на конференции немного поменять. Переобуться ты. Не переобуться, да, а прогнуться да, под давлением. Тоже так не, смотри, переобувка, по мнению людей, была именно когда он пришел на конференцию с книжкой этикета. Дружище, это тебе книжечку? От души. Зарик, не нужна? Ну, давай я возьму. Если ему это да не, я думаю, нормально нужна, без всякого. Книжка лучше подарок. Анатолия, поддерживаю. А переобувка, по мнению зрителей, была у тебя в октагоне. Каких зрителей? У тебя зрителей? Есть возможность каких сейчас зрителей? Просто реабилитироваться можно, и обратно вернуться. Не, мы опять что-то не в ту сторону. Мы начинаем. Не, я у тебя спрашиваю мнение. Переобуться, чье мнение? Диванных экспертов мнение или ну, что? Слушай, или это твое мнение? Это твои зрители, которые смотрят нет, твои бои да, и зрители, весь хардкор. Ты знаешь не хуже меня, что такое аудитория. Большинство людей, которые вот это пишут, это люди обмебные, которые ну ничего в своей жизни не достигли. 90% комментариев думаешь, это прям все такие ну вот были. Смотри, вот на Ютубе я не заходил, но вот то, что мне в Инстаграме пишут, осуждают. Там, комментарии осуждают. Я вот сколько переходил, я из, наверное, 20-30 аккаунтов нашел только один действующий. То есть я не видел реальных людей. Я видел, ну, какие-то просто закрытые, не, непонятные. Может, это боты твои? Мне вот пацаны пришли, говорят, ты видел, Святослав, ботов сколько? Не, ну смотри, вот я не бот, я не бот, вот я просто, как сторонний зритель, считаю, ты не прав был. У тебя цель Тарасов? Да, я не думаю, что у Тарасова ребята. А почему Тарасова, не Коваленко, например? Потому что, ну, так сложилось, не вывезет, что... понимаешь? И Свят говорит, да потому что не вывез. А я должен был что сказать? Здесь. Ха-ха? Да. Ну, нет, это не смешно. Что здесь дружище, такого? Дружище, это не смешно. Я бы сказал, нет. Я бы сказал, бы ты не вывезешь. Понятие, потому что такие. Да, все, но меня это цепляет. Мы же это уже обсуждали, но это уже реально ты неинтересно. Ты знаешь, что ты создал прецедент, что теперь каждый, кто появится на хардкоре, может будет так зацепить тебя и сказать, что ты не вывезешь, и ты будешь да. по твоей же логике. Я готов. Да, ты я вообще, я больше любым. Вам скажу. Я вот сегодня готов выскочить с кем-то, я думал, ты мне кандидатуру подобрал. Не, зачем? Я что? Мне кажется, я свои слова доказал, выйдя против непобежденного спортсмена. Я считаю, я доказал свои слова тот вечер и готов доказать в этот вечер. Сегодня готов доказать. Был конструктивный диалог, по крайней мере, я старался его таким создать. Несмотря на то, что ты меня все-таки провоцировал в клетке, то сначала по плечу похлопал, потом по голове что-то пытался. Ну, да? были провокации. Да, были. Это было чисто провокация. Были и эмоции, вот этих согласен. Не, не эмоции. Можно мне сказать? На эмоциях были провокации. Тоже его можно понять. Все, понятно. На эмоциях каких эмоций? Вот так по голове пошел решить. После боя. Нет, ну у меня была злоба на тебя, понимаешь? Ты так высказался, не сказал, что ты пошутил. И как бы такое, знаешь. Да ну, Саня, это и так понятно. Не, после того, как он записал видео в инсте, я сказал, ты что газуешь, это шутка была, о чем ты, успокойся, какие понятия пацанские, они здесь неуместны, это шутка безобидна. Ты назвал зрителей ну, ботами. Ну, за амебы, конечно, ты получишь. Так там нет, активных аккаунтов нет. За амебы он все как получит мне их назвать, скажи мне. Не, мы же говорим про комментарии под выпуском Ютуба, там 90%, больше десятка тысяч комментариев, и там пишут, что ты не прав в данной ситуации. Я не то, что хочу тебя как-то здесь подвести к тому, я на самом деле думал,
что сейчас конференция будет, где я ведущий. Ты хочешь полвыпуска занять этой темой? Нет, я знаю, что думаю. Я думаю, ты взвесил ситуацию, почитал комментарии, подумал, может, твои близкие друзья в углу как-то наставили тебя. Но я вижу, что ты уверен в своей правоте, и у тебя есть свое мнение, поэтому на эту тему я не вижу смысла рассуждать. Если бы он вышел, просто почитав комментарии, и так сказал, тогда бы это выглядело, когда, что он переобулся. Ну, может, он осознал, почему? А если вот мы ему сказали, он такой, блин, я с этой точки зрения не смотрел, может, я реально борщанул, вот тогда бы это не выглядело, как переобувание. Но он считает, но он и после наших слов, и после комментариев все равно считает, что он прав, и это его полное право. Его дело, у него есть свое мнение, и каждый имеет право на мнение.